Друзья, всем привет! С вами Виктория. Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня готовлю недорогой бисквит для шикарного торта. Я думаю, что вы уже догадались, готовить мы будем морковный бисквит. Такие бисквиты получаются очень яркие, сочные, вкусные, красивые. Прекрасно подойдут просто в качестве пирога к чаю, либо для морковного торта. Если видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. 3 яйца, морковь, орехи, растительное масло, сахар, у меня 2 разных сахара, лимон, щепотка соли, разрыхлитель и мука. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Сначала займемся орехами. У меня 70 грамм, у меня здесь фундук и арахис. Можно использовать абсолютно любые орехи. Орехи измельчаем в блендере в мелкую крошку. Затем 250 грамм моркови натираем на мелкой терке. Если у вас морковь слишком сочная и выделила много сока, то лишний сок нужно слить. Затем снимаем цедру одного лимона. Нам понадобится только желтая часть. Замешаем тесто. В миске смешиваем 3 яйца, 150 грамм сахара. У меня 75 грамм коричневого сахара и 75 грамм белого сахара. Яйца с сахаром взбиваем в белую пышную массу. Масса должна хорошо увеличиться в размерах. У меня этот процесс обычно занимает 5-6 минут. От того, как вы забьете сахар с яйцами, будет зависеть пышность вашего пирога. Добавляем сюда цедру лимона и сок одного лимона. Вместо сока лимона можно добавить цедру и сок апельсина, корицу, кардамон, все по вашему вкусу. Сюда же добавляю 70 мл растительного масла, у меня масло ореховое, можно любое растительное. И еще раз недолго перемешиваю миксером. Слишком не увлекайтесь, чтобы яйца с сахаром не осели и масса осталась пышной. Затем добавляю сюда 220 грамм муки, орехи и разрыхлитель. У меня здесь 2 чайные ложечки. И еще раз все перемешиваю миксером до однородности. И в самом конце добавляю натертую морковь. И все еще раз тщательно перемешиваю венчиком. Вот такая примерно по консистенции должна у вас получиться плюс-минус масса. Подготавливаем формочку. Диаметр моей формы 18 сантиметров. Подойдет любая форма диаметром от 16 до 20 сантиметров. Форму смазываем по бокам и дно растительным маслом. Я ее укрепила фольгой. Переливаем тесто в форму. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 45-50 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Посмотрите, какой красивый, румяный получился у нас морковный пирог. Даем ему полностью остыть, достаем его из формы и разрезаем на нужное количество нам коржей. У меня это 3 коржа, шапочку я срезала. Я его готовила для торта. Как я приготовила этот торт, вы сможете посмотреть в одном из последующих видео. Бисквиты получаются очень такого красивого, характерного морковного цвета, сочные, вкусные, с приятной кислинкой цедры лимона. Это просто воплощение вкуса. Обязательно попробуйте приготовить. А я всем желаю удачной выпечки, приятного аппетита и до новых встреч. С вами была Виктория.